Всем привет, YouTube, привет. Вот разберем посылочку теперь уже, как говорится, поподробнее. Вот три набора. Ну вот это, как из предыдущих видео видно, у меня запас. Просто-напросто я их купил в запас. Цена у них $24. Ну так, если по-русски объяснить, где-то 202-203 рубля за грибок они получаются. Значит, почему запас? Вот, я работаю ими, купил два комплекта вот таких я сразу, поскольку грибы как бы мне расхвалили. И произошел вот такой случай, печалька, я уже показывал, вот эти грибочки, они почему-то отламываются, у них попки, вот, не хотят они работать долго, ну как, не хотят работать долго, где-то с полгода я ими поработал, скажем, если цена грибка там 202-203 рубля, они себя купили. Но как-то в один момент они у меня прекратили. Такое впечатление, что там в грибах счетчик стоит, там условно 500 раз им дернул, он берет, отламывается. Ну, во всяком случае, у меня так получилось. Вот, я достал из этой же партии второй набор такой. Вот они, грибы видны. Работаю, пока что все нормально. Посмотрим, как будет дальше. Ну, естественно, при заказе вот заказал тоже с Америки грибочки эти. Надо положить в запас, на склад, так сказать. Ладно, эту тему опускаем. Заказал вот новые грибки. Вот она. Ансан ПДР. Называются они текила. Вот такие вот грибы. Ну, что о них сказать? Будем их тестить, конечно же. Вот, сказать, что прям тут идеально сделаны у них поверхности, я не скажу. Почему? Потому что при осмотре так небольшие как бы дефекты. И вот сейчас попытаюсь снять, если получится. Поверхность у них такая несколько не глянцевая, скажем так. Вот, как мы видим, этими грибами я еще не пользовался. Вот такая матовая, немножко шершавая, шероховатая поверхность. Вот, ну по размерам теперь. Размеры у них такие вот. 9, 12 и 15 миллиметров. По 2 штучки. Вот, в набор обошелся $18. Ну, где-то по 200 рублей за грибок. Третий комплект. Вот, модный. D-центр. Вот 12 штучек. Их тут всех по 2. Ну, вот, обращаю внимание ваше. Вот эти ножки в основном на грибах на всех толстые. Здесь вот они такие тонюсенькие. Скажем так. Ну вот если сравнить. Ну вот мы можем сравнить с этого же наборчика. Вот мы видим, да, здесь ножка потолще, здесь потоньше. Я подсмотрел это на канале на чьем-то, на буржуазно-вражеском. Вот здесь поверхности более-менее гладкие такие у них. Вот. Сейчас, если видео передаст, да, гладкие, глянцевые. Вот и такие они жестковатые. Ну, на мой взгляд, такое впечатление, как будто они сверстекла сделаны. Значит, как говорится, первые впечатления. Вот, там на видео я смотрел, что вроде тянут даже вот эти вот самые малюсенькие грибки. Но что-то у меня сомнения, что сейчас померяю диаметр, посмотрим. Вот, диаметр этого окончания где-то получается 4 миллиметра. Дальше идет 5. Тут идет 7 или 8. Вот здесь уже у нас идет 12, 15. И этот у нас диаметр 22. Ну, может где-то я не точно, но факт тот, что вот. Теперь надо вот эти, что касается вот этих грибов,
взял эти грибочки в запас. Почему? Потому что очень они себя хорошо зарекомендовали, им очень приятно хорошо работать. Вот эти вот два комплекта новых у меня. Попробуем, ну тоже как бы за рубежом их хвалят. Естественно, захотелось купить, я вот приобрел, и теперь будем делать тест. Естественно, что чтобы потестить, вот я нашел, у меня учебно-тренировочный капот. Ну, примерно, скажем, тут все ровно. Вот, на капоте в этом месте. Сейчас я это все подготовлю, обезжирю, полирну вот этот кусочек, чтобы было чисто. Вот, температура в помещении у нас 22,2 градуса, в принципе, нормальная. Клей вот такой у нас будет, матрикс. Вот, черный клей будет матрикс. И вот эти грибки. Сейчас все я готовлю и делаем тест. Смотрим, как это все будет работать. На полиролька. Разносим ее легонько. Это средняя абразивность, мензерна. Полироль. Полируем. И дальше будем тестить наши грибы. Полирнул я поверхность. Даже на камеру видно. От полироля тут остатки остались. Вот берем волшебную тряпку с микрофиброй. Все это. Ну вот видно, полироль осталось. Все тщательно вытираем. Вот дальше, чтобы убрать остатки полироля. Есть такая вот у Мензерна штучка, называется контроль клинер. Чуть брызгаем, такая роса получается. Вот. И остатки полироля удаляем этой тряпочкой, чтобы было все чисто. Пистолет клеевой. Сейчас он входит в режим. Температура на 130 градусов. В помещении, я уже говорил, 20. Так, тут у меня был белый клей, зарядил я черный, скорее всего, получится остатками белого. Ну, посмотрим. Если его немного, я его выдавлю и буду черным клеем работать. Идет подготовка, значит, буду я выдергивать мини-лифтером, подводить, делать натяг и с одного раза вот так разом вырывать, отрывать. Значит, первые пойдут у нас текила. Потом пойдут вот эти кековские грибочки Дед-центр. Вот, посмотрим. У меня, честно говоря, сомнения насчет вот этого маленького грибочка самого, что он будет эффективно тянуть. Ну, как бы позиционируются вот эти грибки и эти, что у них достаточно сильная тяга. Вот. Посмотрим, что покажет наш тест. Ну что же, вот я приклеил все грибочки. Вот. Выжидаем где-то минутку, полторы. Уже они вот у нас не прокручиваются. Вот эти на ножках тоже пробую. Ножки тонкие, немножко пружинят. А эти такие жесткие. Начинаем. Как я уже говорил, вот я подвел, подкрутил и одним движением на отрыв. Чуть они тут застреют. То же самое подводим. Чуть-чуть. Прикручиваю. Вот этот оторвался почему-то вместе с клеем. Опять отпускаем. Подводим. Поехали дальше.
посмотрим, что будет. Открыл такой жесткий. Ну и самый маленький. Интересно будет, что он покажет. Походу ничего. По отрыву было слышно. Сейчас замываем. Этот клей убираем и смотрим, что получилось. Вот теперь попробуем поснимать результаты. Вот первые три. Вот, вот они вторые. И что самое интересное, во что я, честно говоря, не верил. Вот он маленький. Я думал, что он только на тонких металлах сможет тянуть. Оказалось, что вот этот малюсенький товарищ все-таки выдернул нам. Такую маленькую шишечку он выдернул. Ну что, вкратце, не буду, так сказать, томить. Все они работают, все хорошо, все нормально. Вот, цена, грубо говоря, за вот эти кековские, там я посчитал, получается где-то 180 рублей за штуку. Вот эти вот текила, вот, получается где-то 200 рублей за штуку. Я считаю, цена нормальная, адекватная. Еще раз покажу. Работают они тоже, в принципе, тянут сильно. Вот, так что я остался доволен. Вот. Ну а вам спасибо за то, что посмотрели.